27 марта в Донецком кинокультурном центре прошла встреча народного артиста России, легендарного режиссера и заместителя председателя Союза кинематографистов Российской Федерации Клима Лаврентьева. Основной темой разговора стало театрализованное представление под названием «Товарищ кино», которое будет проходить 27 апреля в Донецком музыкально-драматическом театре. Мы предложили Донецкой республике народной и Народной республике Луганской провести в преддверии 70-летия, праздника 70-летия Победы, провести эти мероприятия. Они очень патриотичные, очень. Они говорят о вот этих вот наших основных проблемах так, что это не газетные статьи, это не публичные выступления, это все через речь, через музыку, через кинокадры, кадры из фильмов, в которых снимались участники «Товарищ кино», кадры кинохроники, которую мы находим иной раз абсолютно неизвестную для того города, для той республики, которая есть. И в итоге эта двухчасовая программа остается надолго в памяти и у выступающих, и у, прежде всего, у зрителей. Участие в данном мероприятии примут такие актеры, как Лидия Федосеева-Шукшина, Лариса Лужина, Светлана Светличная, Аристарх Ливанов, Наталья Громушкина и многие другие. Радостной новостью стало и то, что от Союза кинематографистов была получена материальная помощь для семей пострадавших работников кино ДНР, а также на развитие этой индустрии в нашем государстве. Акцию эту мы рассматриваем не как, предупреждаю сразу, не как от самой украинской Украине. Мы платим там некоторым вдовам и медицински помогаем, а именно как нашим собратьям, нашим со всех сторон, как хотите, понимаете, но мы ваши, вы наши, мы все вместе как бы одно целое. Также на 27 апреля запланировано подписание соглашения о сотрудничестве Госфильмофонда и Союза кинематографистов России с Министерством культуры ДНР, что станет первым шагом к развитию киноискусства в нашем молодом государстве. Я думаю, что наш язык сильный, могучий, останется сильным и могучим, несмотря ни на что. Я хочу пожелать вам победы. Спасибо большое. И здоровья. Кристина Крымова, Дмитрий Русский, Новороссия ТВ.